Об укреплении связи говорили сегодня в Совете министров. В этом году отмечается рост товарооборота двух стран. Мы продаем тракторы, лесоматериалы, лекарства, продукты питания. В Азербайджане работают 4 белорусских магазина, действует товаропроводящая сеть, а также дилеры, представляющие интересы 50 наших предприятий. Сегодня реализуется 3 инвестпроекта с участием азербайджанского капитала. Объем инвестиций – 32 миллиона долларов.